Здравствуйте, подписчики канала «Мой дом Крым». Сегодня мы с вами гуляем по городу Симферополю. Недавно отремонтированных, отреставрированных улицах возле Верховного Совета Крыма. Так вот все красиво выглядит. Много лавочек. Видим, какие-то еще ремонтные работы ведутся. Здесь постоянно, собственно, какие-то работы ведутся. Называется Сквер Республики. Детская площадочка. Это знаменитый памятник вежливому человеку и девочке. Всегда живые цветы. Посмотрите, как красиво. Идемте гулять, пройдемся по вот этой новой отреставрированной улочке, за которую столько разговоров шло, что делают как попало, потом переделывали, но как видим, все-таки сделали хорошо и все нормально. Хорошо бы здесь, конечно, прогуляться по весне, когда все деревья цветут, липы, вишни по улице Пушкина. Там дальше видим кран, там вот было старое здание, его разобрали. Строят по очень красивому такому проекту новое здание. Очень много магазинов, в части и фирменных. Вот видим пельменная советская. Вообще, не знаю, санкции на некоторые фирмы абсолютно никак не подействовали. Все бренды, как раньше были, так и есть. Может, кое-какие ушли, а так, в принципе, по вывескам можно определить, что бизнес есть бизнес. Сейчас переходим к пересечению улицы Пушкина. Вообще, этот центральный район славится своими красивыми старинными домами, театрами, церквями, храмами. Цирк есть, кинотеатры. Конечно же, очень много магазинов, различных бутиков, супермаркеты. Вообще, конечно, такая прогулочная зона. Вот сейчас мы уже подходим ближе к площади. На площадь мы не пойдем. У нас сегодня другой маршрут. Как я думаю, гораздо интереснее. Площадь все видели. А мы посмотрим, что скрывается за большими домами возле дороги. Это мы видим музыкальный театр через дорогу. И с другой стороны универмаг. Там раньше сельпо было, сейчас не знаю, как называется магазин. Нам надо будет пройти через подземный переход, где очень много торговых точек различных. Погода сегодня у нас улыбается. Просто замечательно, тепло на улице, больше 10 градусов. Тихо, солнечно. Видим такой искусственный фонтанчик интересный. С обеденное время, много гуляющих. Всегда на этих улочках найдутся музыканты, которые будут стоять и петь. Мы видим с правой стороны сейчас. Ну, пойдемте на наши улочки, которые я хочу показать. Вот они. Вот такие вот старые дома. Узкие улочки, как из кинофильмов.
Здесь очень много банков различных, различных музеев, офисов. Все-таки это центр города. Обратите внимание на вывески, чего здесь только нет. Только на этом маленьком пятачке три храма. Один из них Свято-Троицкий. Его люди знают больше как Святого Луки, монастырь женский. В этом храме хранятся мощи Святого Луки. К нему люди тянутся за помощью. Сейчас я вам его покажу ближе. Кто не знает, кто такой Святой Лука, советую очень почитать про эту личность. Это очень такая известная достаточно личность тем, что это вообще был хирург, очень известный. Он написал очерки гнойной хирургии, которые до сих пор пользуются медики. Он при к лику святых отнесен, то мощи хранятся именно здесь. Перед смертью он здесь был архиереем или архиепископом, в общем, главой этого храма. Такая вот красота. Нравятся мне эти улочки. Какие-то дома отреставрированы, очень красиво такие. А какие-то еще, конечно, требуют ремонта. Кстати, Святой Лука очень сильно пострадал от советской власти. Но не сдавался, боролся за веру, лечил людей. И после очередной ссылки в 42-м, по-моему, году он работал в госпитале, помогал раненым. Сейчас мы Петропавловскому храму идем. Посмотрите, насколько они рядом. Внутрь заходить не будем. Покажу вам снаружи. Просто прогуляемся, посмотрим. За счет этих узких улочек плохо проезжать машинам, конечно же. Часто заторы здесь бывают. Вот видите, храм Петропавловский. Такой вот большой, красивый. Напротив, смотрите, пожарное. Здание очень тоже такое интересное. Рядом госкомрегистр находится. На Октябрьской 12 или Петропавловской 12.